Памятник Владимиру Ленину, установленный на Советской площади города, стал местом встречи ветеранов Дмитровской городской комсомольской организации. Ежегодно в конце апреля комсомольцы встречают памятную дату – День образования городской комсомольской организации. В этом году празднуется 104-я годовщина. Небольшую историческую справку о становлении комсомольских ячеек в Дмитровском уезде дал Роман Сунгуров, заместитель генерального директора по научной работе музея-заповедника «Дмитровский Кремль». В апреле 2019 года состоялся уездный съезд коммунистических молодежных организаций. На тот момент, в общем-то, да, их было немного. Вообще самыми первыми еще в 2017 году появляются коммунистические молодежные организации на Икше, Икшинский гвоздельный завод, и, соответственно, на Яхомской предельно-ткацкой фабрике. А вот уже к 2019 году первичная ячейка молодежная коммунистическая появляется в Дмитрове. И во многих других, то есть всего 19 ячеек было на территории Дмитровского уезда. Основной задачей вот именно комсомольцев была помогать ближним, просвещать ближних, да, собственно говоря, вот идеологически. Но на самом деле это даже в меньшей степени, в большей степени это организовывать определенные мероприятия. Дело в том, что это не было обязаловкой, да, как, соответственно, было в последние годы советской власти. Это была добровольная основа. Люди ограниченно шли, но по идейным соображениям. После комсомольцы возложили цветы к памятнику Владимира Ленина. Насыщенная программа ветеранов Дмитровской городской комсомольской организации ждала в музейно-выставочном комплексе на улице Загорской. Роман Сунгуров провел интересную экскурсию по залу, который посвящен советской эпохе. Архивные фото, тематические экспозиции – все это ненадолго погрузило гостей музея в то далекое, но многими любимое время. В этот праздничный день ветераны Дмитровской городской комсомольской организации не только вспомнили прошлое, но и узнали, чем живет Дмитровский городской округ сегодня. Заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова предложила собравшимся посмотреть несколько видеопрезентаций, посвященных нашему округу. Как отметили сами комсомольцы, день образования городской комсомольской организации – это один из любимых праздников, так как есть возможность увидеть старых добрых друзей, вспомнить молодость и почтить память тех, кого уже нет.